Ежегодно каждое третье воскресенье июня в нашей стране отмечается День медика. Накануне праздничной даты 20 июня в зале администрации района чествовали людей, связавших свою судьбу с одной из самых благородных профессий. Со словами приветствия и поздравления к присутствующим обратились глава района Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Сегодня мы в 42-й раз отмечаем такой замечательный праздник, как День медицинского работника. Ни для кого не секрет, что последние 2 года были очень тяжелыми. Я считаю, что работники медицинской сферы, в частности и Республики Адыгея, и Кашкабульского района, приложили все силы, знания, достойно прошли этот очень и очень непростой этап. Поэтому я от души хотел бы поблагодарить всех здесь присутствующих, людей, которые по разным причинам сегодня не смогли посетить наше мероприятие, поздравить с этим замечательным праздником. Я очень рад, что вы у нас есть, чтобы у вас у всех долго-долго было громадное желание работать. Очень крепкое здоровье вам, вашим семьям, счастья, благополучия. От всей души, наверное, от себя лично, от или может каких-то словах, слова здоровья скорбища, от депутатского корпуса, уважаемые наши работники медицины, ветераны вашего труда. Спасибо вам за ваш такой нелегкий, но очень востребованный в современном обществе труд. Как показали 2 действительно года тяжелых, когда всем миром мы воевали с пандемией, вы показали свой профессионализм, свою отзывчивость, любовь к пациентам. Пускай все эти чувства, качества у вас несомненно останутся. Пускай вы всегда будете востребованы, пускай вас ждут дома, вас любят дома, пускай у вас будет достойная зарплата, достойные условия труда. Мы будем в свою очередь стараться, чтобы вы реально на своем рабочем месте занимались именно непосредственно осуществлением своих профессиональных рабочих навыков дела. Пусть у вас все получается, будет здоровье, благополучие, мир в ваших семьях, удачи, всего хорошего, с прошедшим праздником. После началась торжественная церемония награждения лучших медицинских работников района. За добросовестное исполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня медицинского работника наградить почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации Беслеменову Карету Мосовну, Агинских Надежду Алексеевну. Почетной грамотой администрации муниципального образования Кашихабльский район Джамирзову Саиду Амирбиевну. Бижеву Нурек Челенетовну. Карданову Марзиат Асланчиевну. Кошеву Зарему Кадбиевну. Мануилову Светлану Георгиевну. Войтлева Рамазана Нарбиевича. За добросовестное исполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня медицинского работника наградить почетной грамотой Совета народных депутатов муниципального образования Кашихабльский район Чигатлук Назирет Махмудовна. Хазетлеву Заему Адальбериевну. Янкольскую Галину Викторовну. Нахутову Жанету Губедовну. Пашаеву Оксану Магомедемидовну. Залину Январбиевну, Копчий Татьяну Анатольевну, спасибо, Александр. Для вручения почетных грамот Министерства здравоохранения Республики Адыгея приглашается заместитель главного врача Кашхабльской центральной районной больницы Патышева Зарема Гумировна. За заслуги в области здравоохранения, многолетний труд и в честь празднования Дня медицинского работника
наградить почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Адыгея Алькалову Зарему Заургеновну, Биджашеву Ирину Асфаровну, Дравкову Александру Васильевну, Кошеву Марию Мухамедовну, Накушеву Асият Сагидовну, Шунетлеву Саиду Муратовну, Усейнову Маю Казбековну, также за многолетний добросовестный труд и в честь празднования Дня медицинского работника награжден нагрудным знаком отличник здравоохранения Российской Федерации Ступникова Ирина Михайловна. Присвоено почетное звание заслуженный работник здравоохранения Республики Адыгея Костокову Казбеку Заурбиевичу. Обязана благодарность Министерства здравоохранения Российской Федерации Галюковой Фатиме Январбевне, Кимичевой Марине Амельбевне, Чигатрук Назире Махмудовне. Обязана благодарность Министерства здравоохранения Республики Адыгея Джамирзовой Саиде Амельбевне, Шизовой Тайбат Махмудовне, Цепиновой Саиде Нурбевне, Сиюховой Аминат Тухубевне, Репуховой Наталье Анатольевне и Галстян Исраилу Анушавановичу. Своих коллег с профессиональным праздником поздравила заместитель главного врача Центральной районной больницы Зарема Батышева. Профессиональным праздником эти два года, которые прошли, это были тяжелые годы для нас, которые испытаниями явились не только для медицинского сообщества, но и для районной администрации, для всех людей. Действительно достойно справились. Только благодаря общим усилиям, я говорю, не одна команда, мы как одна семья, вместе с вашей помощью, спасибо вам большое, всегда могли на вашу помощь рассчитывать. А наши коллеги, большая часть врачей, я смотрю, которые работали в ковидных бригадах, это вчерашние выпускники. Правда, молодые врачи, и помощь фельдшеров, помощь медсестер, только общими усилиями мы справились. Поэтому желаю от души вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов, достижений на профессиональном поприще. Заур Хамирзов еще раз выразил благодарность всему коллективу Центральной районной больницы за четкую и слаженную работу в медицинском учреждении в период пандемии.